принять нет инвестиционного решения. Итак, основное принципиальное решение принято, проект должен быть реализован, и мы переходим к этапу предпроектных проработок, к этапу, когда мы должны положить на бумагу все то, что мы посчитали, подумали, придумали, что бы нам хотелось видеть. Предпроектные работы – это такая самая, с одной стороны, творческая часть для заказчика, потому что именно на этой стадии определяются… Во-первых, она самая вариативная, она такая самая объемная, может быть, по времени чаще всего бывает. Потому что именно на стадии предпроектных проработок, предпроектных работ мы определяем основные параметры, фиксируем основные параметры нашего будущего объекта. Мы, когда мы делаем такую работу, мы делим ее на несколько частей. Это, конечно, получение РД, это получение и сбор пакета исходно-решительной документации по участку или по участкам, потому что часто бывает, что на стадии предпроектных проработок еще есть вариативность по участку, и заказчик рассматривает один участок, другой участок, смотрит его плюсы, минусы и так далее. И на этом этапе происходит сбор РД, мы определяем возможность реализации проекта на этом участке, его ограничения по сетям, по нагрузкам, по доступности, по категории земель, по влиянию санзон и экологичной составляющей на всякие окружающую застройку, окружающую историю и так далее. После этого, когда выбран один или несколько участков, мы переходим к разработке мастер-плана. Это такая большая работа по сведению всех градостроительных и инженерных ограничений по участку в целом. То, что касается индустриального парка, это обязательно большой генеральный план на территорию с разделением на отдельные участки отдельных видов производств или складов в зависимости от экологической составляющей. Это разработка и определение места расположения энергоцентра, который обычно делается в крупных индустриальных парках. Это определение подъездов, это определение возможности прокладки к индустриальному парку сетей электроснабжения, потому что это такая, обычно энергопотребляемая история. Это доступность воды, доступность газа и так далее. После этого рождается документ, на котором видно, как мы к этому парку будем подъезжать, сколько мы можем там, условно скажем, посадить арендаторов или как мы можем разделить это на участки. И это уже такая, похоже на проектную историю. После этого разрабатывается концепция индустриального парка, как и любого другого объекта. Она включает в себя более детальные разработки и посадки зданий, фасадов, объемов, технико-экономических показателей и так далее. Параллельно с этим обязательно проверяется возможность реализации заданного проекта с учетом проектов планировки территории, проектов межевания территории, крупной градостроительной документации. При необходимости именно на этом этапе необходимо озаботиться корректировкой, внесение изменений в эту большую градостроительную документацию и ее согласование, потому что процесс внесения изменений в ППТ, особенно в развитых районах типа Московской области, может занять достаточно длительное время. После того, как мы проработали вместе с заказчиком и поняли, что у нас есть участок потенциальный, у нас есть к нему дороги, сети. Мы понимаем, как будут выглядеть здания, мы понимаем, с какой стороны будет въезд, будет ли это одна входная группа или будет ли это много маленьких. Мы переходим к формированию и согласованию технического задания. Техническое задание – это, с одной стороны, достаточно структурированное, документы, есть действующие нормы и правила Российской Федерации, которые заставляют нас соблюдать некую структуру технического задания. И на сегодняшний день оно выглядит вот таким образом. Техническое задание – это описание местоположения, вида строительства и так далее, но основное в техническом задании – это описание и фиксация требований к проектным решениям. И с нашей точки зрения для заказчика очень важно
для того, чтобы не реализовались риски, описанные Андреем в презентации до этого, и мы бы не попали в необходимость дорогостоящей переделки решений на последующей стадии, заказчику очень важно вместе с проектировщиком и вместе с техническим заказчиком на этой стадии сформулировать и зафиксировать требования к проектным решениям для дальнейшей реализации. Итак, что мы должны сделать на стадии технического задания? Мы должны понять требования к планировочной организации земельного участка. Должен ли быть это быть плоский участок, либо мы готовы к каким-то перепадам, либо у нас будет что-то выше, что-то ниже, и рельеф участка заставит нас делать некую ступенчатую историю. С какой стороны у нас будет подъезд к земельному участку, сколько у нас будет дорог, какой-нибудь категории, будет ли у нас объезд вокруг каждого отдельного арендатора, либо у нас будет только круговой проезд, будет ли у нас, я не знаю, ограждение, будет ли у нас какая-нибудь центральная, например, зона, какая-то более welcome зона или зона презентационная, где будет единый офис, и потом это будут маленькие отдельные здания. Это все определяется в рамках требований к планировочной организации земельного участка. Следующая большая история – это требования к архитектурным решениям. Если мы строим индустриальный парк или если мы реализуем комплексный проект, нам важно понять, например, есть ли у нас корпоративные требования к внешнему виду. Будем ли мы эти корпоративные требования к внешнему виду учитывать, либо мы даем возможность придумать что-то свое и предложить со стороны архитектора свое видение, там, я не знаю, даже того же цветового решения. Будем ли мы делать внутри каждого здания некую офисную часть, либо офисная часть будет отдельно стоящей? Будет ли это встройка или пристройка? С какой стороны к нашему зданию мы будем организовывать подъезды под загрузку, а где будет выгрузка? Это все решения, которые должны быть проверены, проработаны, вариативно проработаны, максимально вариативно проработаны и зафиксированы именно на стадии технического задания. Следующая история – это конструктивные решения. Это скорее связано с особенностями земельного участка, потому что именно условия геологии продиктуют нам типы фундаментов, но конструктивные решения определяются тем, под какую, прежде всего, технологию мы проект будем реализовывать. Будет ли это стандартный склад, будет ли это склад там высотный, будет ли это производство с особенными требованиями к ровности конструкции, разности осадок. Это все, опять же, вариативно прорабатывается и фиксируется на стадии технического задания. Наверное, основной вопрос для заказчика, иногда это, кстати, бывает самый простой вопрос, а иногда самый сложный. Это требования к технологическим решениям. Дело в том, что для проектирования, для проектировщика принципиально важно понимать, что все-таки внутри этого объекта будет находиться. Будет ли это склад? Будет ли это склад, например, холодильный? Будет ли это склад с хранением взрывчатых веществ? Или это будет производство? И производство чего? Будет ли это производство, не знаю, одежды? Или это будет производство лекарств и некая фармацевтическая история? Каждый из этих вариантов сильно влияет на решения как планировочные, так и архитектурные, конструктивные, инженерные. Поэтому уже на стадии мастер-планирования, уже на стадии, когда еще ничего не известно, уже на стадии, когда, возможно, нет ни одного арендатора этого индустриального парка, мы не понимаем, кто там будет, мы, тем не менее, должны такого рода технологические требования к технологическим решениям зафиксировать. Как это обычно происходит? Мы максимально стараемся оставить возможность вариативности на последующей стадии. То есть мы закладываем, что у нас, например, может быть производство там, ну, к примеру, чего угодно. В этом случае заказчик должен понимать, что чем больше вариативности он закладывает здесь в технологические требования, тем дороже будут его решения на стадии проектной документации и последующей документации. Потому что если мы с вами говорим,
что у нас точно будут склады стандартной высоты, то это понятные решения, инженерные в том числе, которые могут быть реализованы. Если мы приходим к проектировщику и говорим, что у нас будет то ли производство легкой, там, ну, то ли производство одежды, то ли производство лекарств, то требования к таким помещениям настолько различны, что стоимость инженерных и проектных решений для такого объекта будет сильно больше. И к этому нужно быть готовым, и эти решения необходимо на этой стадии фиксировать именно для более точного понимания и проектирования. Следующая большая часть, которая зависит от технологии, это требования к инженерным системам. Здесь мы говорим, что нам надо не только прописать условно температуру, которую мы хотим видеть в нашем здании, но здесь же мы прописываем и требования к раздельному, я не знаю, учету автоматизированному. Здесь же мы прописываем требования к необходимости применения альтернативных источников энергоснабжения. Здесь мы прописываем требования к необходимости экологического стандарта. Здесь мы уже указываем, какие дополнительные требования в связи с применением экологического стандарта мы закладываем в проектную стадию. Потому что тот же самый, например, прямо, о котором мы говорили выше, он требует для того, чтобы получить его сертификат, требует применения определенных технологий. Решение о применении этих технологий должно быть зафиксировано именно в техническом задании заказчика. Кроме этого, мы здесь пытаемся примерно прикинуть те самые объемы нагрузок по воде и по электрике, которые мы предполагаем для нашего объекта. На этой стадии, конечно, это делается из расчета на квадратный метр по стандартной технологии, но это должно быть сделано, потому что, опять же, на стадии мастер-планирования определяется обычно размещение крупного энергетического центра. Если мы размещаем логистический или индустриальный парк где-то в отдалении от населенного пункта или рядом с какой-то небольшой деревней, то туда наверняка придется протягивать отдельные сети энергоснабжения. И для того, чтобы эти сети проложить правильно, это обычно очень дорогостоящая история на территории нашей страны. Поэтому очень важно корректно посчитать емкости и те самые нагрузки инженерные и технологические, которые мы закладываем при строительстве своего объекта. Сюда же относятся требования к, например, системам слабых токов, ну, системам, там, я не знаю, интернета, телефонизации, радиофикации. Если, например, мы предполагаем, что одним из арендаторов может стать какая-нибудь телекоммуникационная, например, компания, то уровень интернета и уровень слабых токов должен быть соответствующий. Это тоже должно быть продумано, вариативно проработано и определено в рамках технического задания. Отдельная история – это требования к системам безопасности. Индустриальный парк, как логистический парк, может быть как внутренний, так и, например, с организацией таможенной зоны, с организацией там, особо экономической зоны и так далее. И вот эти все особенности объекта, они диктуют свои требования к системам безопасности. Проектирование систем безопасности, несмотря на то, что оно относится технологически почти к самому концу проектирования, оно может очень существенно повлиять, в том числе на помещения, на отдельные здания, возможно, для службы безопасности. И потребовать тоже дополнительных нагрузок инженерных, дополнительных архитектурных решений и дополнительного размещения где-то на территории центра. Это, например, относится к центрам обработки данных, которые нужно понимать, будет ли сейчас очень такие цоды. Это одна из перспективных направлений развития. Очень часто приходят компании, которые цоды для себя строят, либо строят их на продажу. Так вот, при наличии цоды, естественно, там будут повышенные требования к уровню безопасности, к уровню там, электрических систем и слабых токов. В этой же части в техническом задании прописываются все дополнительные требования, которые заказчик для себя сформулировал. Это могут быть требования, как мы уже говорили, по экологичности. Это могут быть требования по применению того или иного корпоративного стиля.
Это могут быть требования по дополнительным размещениям, например, вертолетной площадки, по дополнительным требованиям высотности, по дополнительным требованиям welcome-зоны или зоны единой для того, для, ну, лаунж-зоны, например, такое тоже может быть. То есть все, что мы вместе с заказчиком думает, представляет и хочет реализовать в рамках проекта, необходимо продумать и зафиксировать именно здесь для дополнительных требований. Параллельно с этим, параллельно с тем, как техническое задание формируется, технологические задания пишутся проектировщиком либо техническим заказчиком совместно с заказчиком. Потому что понятно, что заставляет инвестора, который, может быть, никогда у него не было опыта реализации такого рода объектов, заставлять погружаться в детали систем безопасности и требований, которые могут к ним предъявляться, это, ну, как бы не очень корректно, поэтому в основном это начинают писать техническое задание специалисты, эксперты и обсуждать с заказчиком те или иные последствия или те или иные, то или иное влияние, которое эти требования оказывают на последующей стадии проектирования и на стоимость проекта. Параллельно с этим на стадии предпроектной проработки выполняется архитектурная работа по разработке концепции, оно называется иногда ГО, АГР, как угодно. На этой стадии проектировщик делает уже проектные материалы мастер-плана, как мы уже говорили, архитектуры и конструктива. Определяются технико-экономические показатели объекта, его площади, разделение на отдельные здания, высоты, габариты, внешний вид, там всякие аксонометрические красивые картинки, визуализации и все остальное. Вся вот эта красивая вариативная история по визуализации желаемого, ожидаемого результата проекта проходит именно на стадии предпроектной проработки. Поэтому, несмотря на то, что обычно этой стадии в графике проектирования выделяют очень мало времени, считают, что это где-то месяц, может быть, полтора, как показывает наша практика, когда заказчик действительно погружается в процесс вариативности, в процесс определения требований и в процесс определения и фиксации своего задания, на это обычно уходит там месяца 2-3, это то комфортное время, за которое проектировщик может предложить необходимое количество вариантов размещения, визуализации и представления результата, а заказчик за это время может продуманно, с необходимой степенью погружения, принять те или иные важные ключевые решения. Ключевой аспект стадии предпроектной проработки и задания на проектирование – это оценка стоимости. Ведь мы с вами все прекрасно понимаем, что линия, нарисованная проектировщиком, или стенка, сделанная проектировщиком там, в системе 3D-проектирования, стоит денег. И поэтому, когда мы спрашиваем у заказчика, как он себе это видит, обычно сначала заказчик хочет видеть все – и максимальную вариативность, и максимальную обеспечение инженерными системами и так далее. Поэтому принципиально важно в команду на этой стадии подключать кост-менеджеров, сметчиков и финансистов. Потому что фактически каждое решение и каждое требование к проектным решениям на этой стадии необходимо оценить, включить финансовую модель, посчитать в рамках бюджета проекта и понять, действительно ли нам нужна такая категория электроснабжения, например, на весь объект, и мы готовы заплатить за нее столько денег, либо мы не готовы столько платить, и нам нужно некое альтернативное решение, которое приблизит нас к нашим целевым финансовым показателям. Поэтому задание на проектирование, техническое задание заказчика и предпроектная стадия в целом это, несмотря на то, что это первая стадия проектирования, это одна из самых важных стадий, даже более того, с моей точки зрения, это, наверное, определяющая стадия,
Потому что, опять же, как мы все прекрасно понимаем, на каждой последующей стадии каждое изменение решения заказчика стоит все дороже и дороже. Поэтому мы всегда призываем и своих клиентов, и если мы участвуем в тех или иных экспертных круглых столах и площадках, мы всегда призываем не проскакивать предпроектную стадию очень легко и быстро. С фразой, что вот нам нарисовали генеральный план, нас все устраивает, вот тут вход, тут вот выезд, тут въезд, выезд, все нормально, и мы побежали дальше. Чем более разносторонне, чем с больших точек зрения на этой стадии проектирования заказчик сможет совместно с командой технического заказчика и проектировщика определить, сформулировать и зафиксировать требования к результату проекта, тем более спокойно и с меньшим количеством реализованных рисков это проектирование пойдет дальше по накатанной и придет именно к ожидаемому результату. Потому что часто бывает, что нарисовав сначала картинку, не проработав, например, конструктивную возможность реализации такой картинки, получив результат проекта в виде построенного здания или в виде там, проектной документации, рабочей документации, заказчик сильно удивляется, что результат не похож на ту картинку, которую мы нарисовали. Так вот, одна из причин, почему такое происходит, это именно потому, что стадия, о которой мы сейчас с вами говорим, стадия предпроектных проработок, прошла очень быстро, без должного погружения и без должного внимания к деталям. Кроме этого, поэтому еще раз, да, значит, возвращаясь к тому, что это внимание к деталям должно быть в результате оценено в виде бюджет проекта должен быть зафиксирован, и по окончанию предпроектной стадии на руках у заказчика должен оказаться выбранный участок, естественно, потому что дальше вариативность по участку уже, в общем, дорого стоит. Получены комплекты РД, оценка градостроительных, инженерных и других рисков, которые связаны конкретно с этим участком. На руках у заказчика должен оказаться мастер-план развития территории, возможно, с разбивкой на очереди, на стадии, на этап реализации. То есть не обязательно вовсе весь мастер-план делать в одну стадию. Ведь иногда бывает такое, что участок очень большой, весь участок мы сразу не затрагиваем в рамках проектной документации, но на стадии предпроектных проработок участок должен быть проработан, прошу прощения за тавтологию, целиком. Потому что и определены, опять же, ключевые точки, как мы уже говорили, въезда-выезда с участка, определен целиком энергетический центр объекта, который будет один. Дальше право заказчика делить это на очереди, на этапы. Это вопрос уже там, финансовой модели, наличия арендаторов, маркетинговой стратегии и так далее. Но заниматься участком надо именно от большого к маленькому. Поэтому еще раз, как результат, это большой мастер-план с реализацией и с разбивкой на отдельных арендаторов и на отдельные очереди. Это концепция архитектурная и, так скажем, архитектурно-строительная и инженерная, которые у нас указаны внешние виды здания принципиальные, да, у нас указаны, опять же, там, цветовая гамма, наличие офисных площадей, наличие общих территорий. Дальше это обязательно вопросы, проработанные как результат предпроектной стадии, это согласованный корректный проект планировки территории, проект межевания территории, если это необходимо. Это большой документ технического задания. Это примерно листов 150-200 вот на проект, не меньше. Несмотря на его согласованную структуру, из него потом можно сделать задание для экспертизы формальное и так далее, но технические решения — это достаточно большой объемный документ. И третье — это бюджет проекта, в который заложены все те решения, которые мы поговорили выше. Они оценены, они включены в финансовую модель и заказчиком подтверждены.
Если все эти ключевые решения приняты, структурированы и зафиксированы, то риски изменений на дальнейших стадиях и увеличения стоимости проектирования из-за изменения решений заказчика на дальнейших стадиях будут сведены к минимуму. Поэтому еще раз про, с одной стороны, вариативность, а с другой стороны, про важность технического задания. Коллеги, это с моей стороны все. Если есть какие-то вопросы, я буду рада ответить. Если нет, то я готова, мне кажется, пустить всех на перерыв чуть пораньше, чтобы все спокойно покушали. Ирина, спасибо вам большое за очень хороший доклад в части очень важных инициаций, скажем так, проектов, да, главных составляющих, в том числе всего, что мы называем, а с чего нам начать реализацию проекта в части технического задания. Коллеги, участники, понимая зов нашего